Любая женщина, если в качестве стратегии жизни избирает мир душевный, не комфорт и безразличное спокойствие, а именно мир, тишину, и над этим постарается работать, можно сказать, таким образом выбирает счастье, собственное прежде всего. А замужней женщине быть счастливой просто необходимо, потому что если несчастлива она, все вокруг будут несчастны. Муж, дети, родственники. У таких женщин вообще вся жизнь усеяна трупами. Их дети – это мертвые люди. Поэтому ей надо постараться и самой стать счастливой, и в семье держать курс на мир. Дом – это такое место, куда все должны хотеть вернуться. И детки, и муж. И в какие бы шторма ни заносило их за родным порогом. Если они будут знать, что пусть даже их и поругают немножко, но все равно непременно примут, поддержат, помогут решить проблемы починки их суденышек, если будут видеть, что Господь дал семью как некую пристань, они постараются творить дела любви и доброты в ответ».